провел достаточно много времени, играя в Майнкрафт. 5 месяцев игры изменили мой взгляд на этот мир. Моим друзьям это не нравилось. Им не нравилось, что я сравниваю компьютерную игру с реальной жизнью. Но ведь в реальном мире гораздо больше возможностей, чем в игре. И считаю, что в реальном мире нужно улучшить огромное внимание частной территории. Да, я считаю. Экология на любом сервере, она просто ужасна. Это кошмар. Чтобы решить эту глобальную проблему, нам нужно создать свою организацию экологов в беспредел. Я ждал этого целых 5 месяцев, но остался только один вопрос. Как решить эту проблему? Только я знаю, где искать ответ на этот вопрос. Им обязательно сделать Майнкрафт реальным. Ведь самое главное — это экология. Ha ha!